что, самое время перекусить. Вы на канале Шакаяма. Я вас приветствую. Меня зовут Юра. И мы сейчас с вами хотим обозреть конфетки. Эти конфетки, они не хорватские совсем, вообще ни капельки, ни разу. Вот, это очень вкусные конфеты, которые я когда-то пробовал в Вене. Может быть, это не они, может быть, это подделка. Давайте попробуем. Вообще, много раз, когда был в Вене, всего, наверное, парочку заходил в этот бутик. Там целый бутик, если будете в Вене, обязательно зайдите. Смотрите, такая конфетка. Но вообще, они такие очень красивые. Сейчас проверим, насколько картинка соответствует реальности. Что, пора укусить? Ну, я не знаю. На картинку не похоже. Но на самом деле никогда и не было похоже. Просто вкусные конфеты. Вот. Если увидите, купите, попробуйте. Единственное, что они все одинаковые. Вот это вот единственное, что всегда меня обламывало. Хотелось бы, чтобы конфетки были разные все. Пускай с одной, там, кстати, прикольная, симпатичная упаковка, да, так выглядит презентабельно. Ну, в общем, вот такие конфетки Моцарт. Не знаю, настоящие это или нет. Уж очень не похоже на то, что нарисовано. Ну, вот так вот, может быть, да. Ну, не знаю. Как-то раньше они на меня производили больше впечатлений. Может, просто к марципану я уже ровно отношусь. Ну, в общем, вот такой вот обзор. Если вам понравились, попробуйте, купите, попробуйте их. По мне, это какая-то трайбан. Стабильная троечка. Хотя почему-то раньше я о них думал лучше. Ну, неважно. В общем, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять комментарии и следите за будущими просмотрами. Всем пока-пока, я пошел поиграю еще в питательные конфетки.